Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке речь пойдет о том, как из семян чиа приготовить напиток для сжигания жира в области живота. Семена чиа – чрезвычайно питательный продукт, проверенный на протяжении многих тысячелетий. Именно эти зерна были основой рациона легендарных племен майя, ацтеков и инков. В этих зернах содержится огромное количество белка, примерно 19-23% от общего веса зерен. Для сравнения, в зернах пшеницы и кукурузы содержится всего 14% белка. Также эти семена являются отличным союзником при похудении. В сочетании с жидкостью они образуют особый гель, который обволакивает стенки желудка. Эта вязкая масса замедляет процесс всасывания организмом углеводов. Для приготовления напитка можно использовать любой фруктовый сок, но в целях похудения самым действенным является именно лимонный фреш. Тебе понадобится 1 столовая ложка семян чиа, 1 лимон, 100 грамм воды, 1 столовая ложка меда. Приготовление. Замочи семена чиа в воде, позволь им набухнуть в течение 1 часа. После того, как семена приобретут желейную консистенцию, соедини их с лимонным соком и водой. Употребляй напиток каждое утро за 30 минут до еды. Семена чиа способствуют ускорению обмена веществ и похудению в кратчайшие сроки. Как всегда, напоминаем тебе о противопоказаниях. Лимонный сок нельзя употреблять тем, кто страдает острым или хроническим панкреатитом, воспалительными заболеваниями кишечника, язвой желудка и 12-перстной кишки. Напиши в комментариях свое мнение об этом напитке, ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал и поделись полезной информацией со своими друзьями.